Привет, всем привет! Моя мартышка, как всегда, после обеда спит. Пришла и спит. Наработалась. Так, а я делаю сырники. Так, вот я замесила само тесто для сырников, да? Тут у меня две пачки вожгольского, именно вожгольского творога, потому что мне он нравится, 9%, но иногда я добавляю туда и 1%. Так, 2 яйца, мука, соль, сахар по вкусу. Это мука. Ну и сами красавцы сырнички. Сейчас уже буду их доставать. Да-да-да, уже готовы. Достаем. Вкусняшные. Вкусняшные, вкуснятины. Поджарились хорошо. Пахнет-то вкусно как. Приготовим, приготовим. Что тут у нас? Что? 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 Еще жарятся. Жарятся, а мы попробуем. Вкусно, вот так вот, самое то. Объедение, слушайте, горячо, не горячо, но вкусно. Thank you.
кладем. Люма. Ну что, вот я уже дожариваю. Все хорошо. Осталось немножечко. А мартышка у меня уже все уселась. Уже ест. Да? Уже ест. Со сметаной-то как вкусно, да? Вкусно. Самая большая оценка мамы, маминой готовки, это когда ребенок уплетает за обе щеки. Правда ведь? Да. Да. Наяривай, наяривай. Давай, цепляй, цепляй, не цепляется. В камеру смотришь, не цепляется. Да, все, кушай. Приятного аппетита, Ивелиш. Ой, ты красавица, ой, ты красавица. Танцуй давай, танцуй. Все, 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 все. Скажи пока всем. Пока.